В РУВД Московского района прошел общегородской урок по административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. В преддверии каникул школьников пригласили на экскурсию и напомнили о правилах поведения. Музей «Московская застава» был создан к 70-летию со Дня Победы. Экскурсии там проходят регулярно, но просто так туда не попадешь. Организаторы работают не только со школьниками, но и со студентами. Иногда хочется пригласить ребят сюда, чтобы это была не просто лекция, а ответственность. Да, но чтобы это было что-то интересное, что-то познавательное по истории, чтобы они могли потрогать, посмотреть. В рамках информационно-просветительской программы «Школа безопасности» ребятам напомнили об ответственности за воровство, нарушение комендантского часа и распитие алкоголя. Лекция проводилась в форме беседы. Полицейские ответили на все интересующие молодежь вопросы.